учитель, врач, повар – все эти слова мужского рода, а значит, заложено исторически, что женщине на этих поприщах делать нечего. Несмотря на все предрассудки и опыт предков, женщина прекрасно справляется со всеми работами, и уже кажется, что профессий только для мужчины не осталось. Даже с самой тяжелой и изнурительной работой справляется женщина легко и непринужденно, с изяществом настоящей леди. Дежурные смены равнять? Смирно. Здравствуйте, товарищи спасатели. Каждый рабочий день Людмилы Даниловой начинается с построения и разбора полетов. Она старший спасатель, командир городского спасотряда. В подчинении одни мужчины. К ним нужен особый подход. Ни в коем случае нельзя умалять достоинство человека, тем более мужчины, и тем более в присутствии посторонних. Если разносы, то только наедине. Если какие-то замечания, то только после смены. Потому что на смену он должен выйти спокойный, уверенный, благожелательный. Людмила на собственном примере опровергает предубеждение относительно того, что женщины слабый пол. Работа есть работа. Разделение по гендерному признаку тут быть не может. Я могу принять руку, выходя из автомобиля. Я могу принять то, что мне там тяжести помогут перенести какие-то коробки, там закупки и так далее. Но если это работа на каком-то происшествии, на каком-то событии, я иногда даже начинаю ругаться, когда там, ой, генератор не понесешь, ты женщина, тебе тяжело. Я спасатель. Причем спасатель первого класса. Мало того, что я должна работать наравне со всеми, я должна работать еще лучше всех. На работе приходится быть жестокой и требовательной. От этого могут зависеть жизни людей. А дома ждет любимый пес и хобби. В свободное время Людмила вышивает крестиком. Те, кто утверждает, что женщина за рулем явление анекдотичное, просто не знакомы с Еленой Антоновой. Авто для нее не роскошь и даже не средство передвижения, а орудие труда. В такси я пришла в 2008 году. Риторический вопрос, конечно, почему выбрали такую профессию. Вообще женщина самостоятельно, по доброй воле, навряд ли пойдет работать в такси. Просто нужно было свободное время, старшая дочь пошла в первый класс. Продленки нету, социальных каких-то программ уже, к сожалению, нету. Поэтому как-то вот получилось так, что попробовала именно себя в такси. За рулем Елена ведет себя как примерный водитель. Правила старается не нарушать, автохамом не уподобляется. Работа эта, как признается сама Елена, не из легких. За баранкой проводишь порой по 8 часов в сутки. Да и опасностей женщин-таксисток на дороге подстерегает множество. Самое частое – это то, что подвыпившие клиенты мужского пола путают нашу профессию таксистки с самой древней профессией. Здесь все зависит от обстоятельств. Если человек более-менее вменяемый, то просто его как-то отстегиваешь. Был случай, когда мне пришлось пойти на хитрость и абсолютно невменяемого человека отправить мне загорячительным напитком только для того, чтобы он вышел из машины, и я быстренько срулила. После напряженного дня за рулем Елену греет лишь одна мысль. Дома ждет муж, с которым, кстати, они познакомились на работе, трудились в одной службе такси, и две любимые дочки. Любовь Владимировна – женщина по-настоящему сильная. По 12 часов в день поднимает многотонные грузы. Звание ветерана труда она получила за 40 лет упорной работы. Женщина не боится ни высоты, ни холода, ни ветра. В своей работе Любовь Владимировна умудряется находить романтику. На работе мне приходится поднимать. Это в команде с моим богатырем, с моим краном, приходится от тонны до 10 тонн поднимать. А то, что я в обиходе, в обыденной жизни, по хозяйству там делаю, это не груз для меня. Считается, что женщина на стройке – хорошая примета. И дело не только в дамском обаянии и магнетизме. Крановщик – женщина – незаменимый работник. Выносливый, сильный, бесстрашный. Женщины, как сказать, они более ответственно относятся, потому что тут и выносливость, и все. Во-первых, спокойствие, ответственность очень большая. Потому что работать с людьми, очень внимательность должна быть. И, ну, самое главное, железные нервы должны быть в этой работе. И женщины лучше с этим справляются.
Эта хрупкая девушка умеет стрелять глазками не хуже, чем из автомата. Она сержант, ежедневно несет вахту на вышке следственного изолятора временного содержания. И у нее крепкие нервы и стальной характер. Кроме прочего, она победительница конкурса «Мисс Уголовная исполнительная система» и просто красивая женщина. У нас очень дружный коллектив. Всегда чувствуется мужская поддержка. Когда на службе, конечно, нет такого, что девушка, мужчина, все равны. Но для нас все равно идут на уступки начальники. Все-таки не забывают о том, что мы девушки. Несмотря на то, что Сильвия ежедневно видит неприглядную сторону жизни, она не теряет оптимизма и всегда старается быть красивой, чтобы дарить радость себе и окружающим. Наталья Пешкова следит за порядком не только в своем доме, но и на ивановских дорогах. Она старший инспектор городского управления ГИБДД. В отличие от коллег-мужчин, предпочитает метод пряника в общении с нарушителями. Маргарита Витальевна, вы не включили ближний свет фар. Это является нарушением правил дорожного движения. Это не для того придумано, чтобы там аккумулятор посадить, да, но это для безопасности, чтобы, во-первых, и водители вас другие видели, и вы, так сказать, были более заметнее на дороге. Так что впредь, в дальнейшем, включайте ближний свет, не забывайте, сели за руль, сразу включайте. Вот. Вас также с наступающим праздником. До свидания. Не только с девушками очаровательный госавтоинспектор может найти общий язык. Водитель мужчины очень лояльно относится к женщине-полицейскому. Никогда практически мне не хамили, не грубили, то есть относятся с пониманием. И мне кажется, даже многим водителям больше нравится, им как-то симпатизирует, что их остановила девушка, за что-то поругала. И у меня даже были такие случаи, стою на дороге, и ребята прям из окон начинают махать руками. И вот именно так я заметила, что они не были пристегнуты все, и пришлось вот их наказать за это. А так бы не заметила. Рабочий день окончен, наступает самое любимое для Натальи время. Пора забирать сына из садика. Какой бы строгой ей не приходилось быть на работе, для маленького Миши она просто мама, самая добрая и самая любимая. На своей работе они героини, на которых равняются, которых ставят в пример. За пределами службы, снимая камуфляж или форму, они снова обычные женщины, которым нужны любовь, забота и цветы.